Так, ну что там, ну уже можно. А ты уже снимаешь? Ну да. Итак, дорогие друзья, всем привет, доброе утро, добрый день, просыпайтесь, просыпайтесь, родные мои. Просыпайтесь! Спят еще? Ну куда я знаю, может быть проснулись, пойдем дальше. Так, ну что, поехали дальше? Ну давай. Ай, как неудобно, а, ай. Кроссовки дать? Кроссовки? Ну. Я ж не переоделся. Я ж не переоделся, схватит, не снимай, подожди. Где же образ, стиль? Где же статусность? Ну, в натуре как гопник. Так, я не понял, Андрюха, а ты где? Да я тут. Я тут. Ты снимаешь уже? Ну, давай, да. Ну, что, нормально смотрюсь? Ну, да, уже лучше, чем было. Ну, статусность появилась? Статусность есть, конечно. Ну, давай. Магия, магичность, вот, стиль. Да, вот прям чувствую у меня прям вот где-то вот, вот под ложечкой что-то. Ну, хорошо, что под ложечкой. Ну, что, поехали. Так. Давай. Ну что, друзья, приступило время представиться. Сказать тем, кто меня не знает, кто я такой. Имя мое Андрей. Или с фамилией сказать. Давай, Андрюха, с фамилией все понятнее было, давай. Имя мое Андрей Павлов, и я тот человек, который наверняка у каждого из вас появился вопрос, кто ты такой? Ты спросишь меня, кто я такой? Я тот, кто меняет реальность и создает вокруг вас чудеса. Я здесь не один, я с моим товарищем Александром, который меня снимает, Саш, как-нибудь в моих нитах. Ну, я здесь, да, Альберт, привет. Мы решили сделать для вас что-то интересное, что-то волшебное, что-то доброе, и мы тут не одни, Сандра, иди сюда. Мы тут с собакой, она вот с нами. Она наша поддержка, и мы хотим вас удивлять. Мы оказались здесь не просто так. На самом деле, мы создаем сейчас на ваших глазах интересный проект под названием «Поделись чудом». Ну, не хочется называть это проектом. Интересные моменты из жизни, будем называть это так. Мы пришли сюда не просто так. Мы перестали замечать вокруг себя какие-то вещи, которые ассоциируются у нас с волшебством, с чудом. Мы перестали верить в добро. Ну, не все, конечно. И наша задача с помощью этого проекта донести до людей, донести до общей массы людей, так сказать, что в мире существует много чего необъяснимого и волшебного, и оно находится в нас. Мы сами творцы своей жизни, мы создаем вокруг себя что-то необычное, невероятное. Мы будем спускаться с этой горы к вам вниз, находить вас и удивлять вас какими-то моментами, там, летающие вилки, летающие карты, еще что-то. Что, серьезно, что ли? А ты что, не знал? Нет. Что, не видел, что ли? Ну, покажешь, мне интересно. Хорошо. Я думал, ты видел? Нет. А, так вот, и, короче говоря, это будет забавно, это будет интересно. Ваша задача – удивить все человечество. Наша задача – удивить вас, а ваша задача – удивить все человечество своей волшебной историей из жизни. Какой-нибудь такой, который ассоциируется у вас с чудом. Подумайте, покопайтесь в себе. И в комментариях под этим видео вы можете написать свои какие-то истории. И, возможно, невозможно, а все ваши истории нам понравятся. И мы найдем вас и снимем с вами какой-нибудь видеоролик, где мы вас будем удивлять, а вы расскажете эту историю вживую. Ну как, прикольная идея? Прикольно, да, видеокролик, классно. Видеокролик? Кролик, да. Ты снимаешь видеокролик? Я снимаю видеокролик. А что будешь удивлять, чем? Чтобы было видно. Короче говоря, мы сейчас снимаем ролик на тему денег. Ух ты. Но я говорю о том, что деньги – это типа не самое главное в жизни. Самое главное – это вот то, что нас сейчас, ну, рядом, как бы, ну, понимаете, да, окружает. Это природа, высота, красота и тому подобное. Вот. И я говорю, что деньги нами управляют. И как-то надо научиться ими управлять и не делать из них самое главное. И как обычный иллюзионист, я могу достать свои 100 рублей, которые у меня есть. Потому что я знал, что на горе мало ли кого-то встречу. Но сегодня мы встретили этих красавцев, они приехали с Питера. Они большие молодцы. Ехали пешком, да? Ехали пешком. Ехали пешком, это круто. Я хочу, чтобы кто-нибудь из вас подошел ко мне. Давай, наверное, вот ты. Подойди, пожалуйста, ко мне сюда. Смотри, у тебя есть деньги? Ну, зрители подумают, что это моя специальная купюра, и я ее заготовил. Если у тебя есть свои, дай, пожалуйста, там 50 рублей, 100 рублей. Вот так вот забирают деньги у людей, друзья. Вот. И покажи на камеру, покажи ребятам. От камеры можно, пожалуйста, как-нибудь чё? Вот так, чтобы она была, вот она меня... Что ты меня трогаешь? Да подожди, вот так вот я поставлю ее ровненько, чтобы она была видна. А. Меня видно сейчас? Да. Хорошо видно? Размытый ты. Рукой такой не шевели. Размытый? Да, вот сейчас четкий. То есть я только один, больше вот никого? Вот ты четкий теперь, так, да. Так и должно быть. Да, нормально ты. Все. Можно, пожалуйста, купюру? Это обычные 100 рублей.
Как вы видите? Я не знаю, это не подставные, это питерские 100 рублей, возможно, да? Нет, севастопольские. Севастопольские? Я думал, они приехали из Питера. Нет, нет, Севастополь. Они из Севастополя. А, вы из Питера? А, подождите, а кто из Севастополя? А, вы из Севастополя, как и мы, в принципе. Смотрите внимательно, камера, снимай, пожалуйста, меня. Ну. Самое главное, мы можем управлять деньгами. И самое главное, постараться это контролировать. Это очень сложно. Дай мне, пожалуйста, свою руку. Левую. Я сам не понимаю, как это происходит. Это все твои силы. Но мы можем заставить ее... Да, убирай руку. И что дальше? Ух ты! Это ветер. Я сам верю в ветер и верю в то, что им можно управлять. Вот именно вот такая магия происходит. Но мы можем ее поймать и показать на камеру, что это абсолютно обычная купюра. Вы можете ее проверить. Но я хочу, чтобы эта купюра осталась у меня. Стоп, это была шутка. Но реально обычная купюра. Поэтому сейчас я хочу... Я удивил вас, скажите? Конечно. Они парили. Они парили. Обратите внимание, не купюра, а много купюр парило сейчас. То есть я навязал людям не одну купюру, а много. И они парили. Как вас зовут? Лида. Лида, меня зовут Андрей. Очень приятно. Давайте мы поздороваемся с вами вот так. Я хочу, чтобы вы рассказали сейчас свою историю из жизни, которая ассоциируется у вас чудом. Быстро. То, что пришло вам в голову. Да, вот то, что у вас было в жизни, самое волшебное, самое честное, кратко, в трех словах и все. Чтобы люди верили в чудеса, чтобы они пытались их видеть и создавать вокруг себя. Поэтому прошу вас, буквально в трех словах. Подумайте. Подумайте. А, чудо, наверное... О! Был мальчик, 10 лет. Вот, его зовут Саша, он с Севастополя. И для нас было чудом то, что он мог закинуть одну ногу за голову и при этом закинуть вторую ногу за голову и сидеть на попе, не падать. Вот это, наверное, чудо. Я так лично не смогу никогда. Вот это круто! Я хорошо. Тоже так не смогу. Я тоже так не смогу. Он при этом не курил кальян, нет? 10 лет ему. А он подожди, он йога, 10, да? Он йога. 10 лет сидел на позе? Он не йога, он никогда не занимался гимнастикой. То есть чисто случайно, он сидел, забросил ноги, короче. Да, да, да. Спасибо тебе большое, вы большие молодцы, давайте пятюнику, вы большие молодцы, что вы поднялись сюда. Здесь очень круто, здесь очень классно. А вы питерцы, передавайте привет питерцам. Я думаю, мы петербуржцы. Правильно, петербуржцы, а правильно? А это правда, что в Питере вместо подъезд говорят парадные? Да! Все, нашли вопросы. Это как правда в Севастополе на Москву говорят топик. А это правда, что в Питере в метро книжки читают? Это везде в метро. Это везде читают. Еще у нас поребрик. Круто. А у нас в Севастополе в метро книжки не читают. Знаете почему? В Москве читают. А знаете почему в Севастополе? Молодец, потому что у нас нет метро. Бинго! Есть магазин метро, а в метро у нас читают книжки. Чеки. Бумажные чеки читают. Ладно, друзья, спасибо вам большое. Любите друг друга, оставайтесь волшебными навсегда. Хорошего вам спуска. А вы дача в Балаклавах? Молодцы. О, это было круто. Что это было? Мы видели людей на горе, это вы представляете? Откуда они взялись-то? Я не знаю. Знаете, почему они появились? Потому что я кричал: «Просыпайтесь!» На этом подходит финал нашего первого выпуска. И мы спускаемся к вам вниз. И будем удивлять вас внизу, наверху, везде. Так что до скорой встречи. Как говорится, а теперь мы идем к вам! Thank you.